Хозяева поля, футбольный клуб «Оренбург», провели блестящую игру. Взяли пальму первенства над командой «Крылья Советов» со счетом 3-2. После поражения гости города стали вести себя вызывающе. Взрывали петарды, ругались матом. Наш коллега Максим Курников был на стадионе «Газовик» и стал свидетелем неприятного инцидента. Там действительно были люди, которые нарушали общественный порядок. И сотрудники полиции в количестве, кажется, 4 человек просто решили зайти в эту толпу болельщиков и кого-то конкретного задержать. Ну и, соответственно, другие болельщики стали его отбивать, завязалась драка, в которой действительно пострадали, и, видимо, довольно серьезно пострадали сотрудники полиции, после чего уже пошли в ход дубинки и большее количество человек со стороны правоохранительных органов. И они, в общем, били уже всех без разбора, как говорят болельщики, но это нужно смотреть, конечно, по видео. Вот то видео, которое появилось в сети. Фанаты «Крылья Советов» стоят на коленях лицом к стене и получают удары. Максим Курников рассказывает, выпускали со стадиона группами по несколько человек, и то только через полчаса после матча. Всех проверяли, искали тех, кто участвовал в драке. На стадионе «Газовик» в Ростошах там установлена очень хорошая система видеонаблюдения, которая позволяет установить всех, кто там что-то взрывает и так далее. Поэтому, наверное, было бы даже логично, когда всех выпускали по одному там и сверяли с фотографией. Да, но зачем вот было устраивать то, что устроили, это, конечно, большой вопрос. Трое полицейских получили серьезные травмы лицам. 20 человек в итоге были задержаны. После проверки только трое подозреваются в избиении сотрудников. По факту применения насилия возбуждены уголовные дела. Двое человек задержаны в порядке статьи 91 по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос в настоящее время об избрании меры пресечения им в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения. Местонахождение третьего лица в настоящее время устанавливается. Третьего, вероятнее всего, будут искать уже дома в Самаре. Сейчас идет проверка. Отметим, что в 2014 году фанаты команды «Крылья Советов» подожгли трибуну на стадионе футбольный клуб «Газовик».